WebEx – это универсальный портативный проигрыватель с максимально упрощенной системой навигации. Благодаря этому устройству незрячий человек может получить доступ к большому количеству разнообразных телеканалов, радиостанций, интернет-изданий, а также может читать выпуски республиканских и местных газет и журналов. Это новый аппарат, который появился буквально недавно у нас в Республике Беларусь. Благодаря совместному проекту общественного объединения БелТИС и шведско-финской народной школы СВЭФИ. И этот проект финансируется фондом СИДЭ. Вот. Уже буквально с июня месяца мы начали работать. По Брестской области у нас уже есть основные два тренера, которые будут обучать тоже новых тренеров и пользователей этого веб-бокса. Несмотря на простоту в работе, техника имеет свои тонкости и нюансы, а потому предварительный курс обучения перед использованием веб-бокса обязателен. В рамках международного белорусско-шведского проекта «Ежедневно независимый безбарьерный доступ к информации для незрячих в Беларуси» Брестскому региону было выделено несколько устройств, и в настоящее время проводятся обучающие занятия по их эксплуатации. Несмотря на развитие интернет-технологий, вообще IT-технологий, еще остается много людей, в первую очередь это пожилые наши граждане с инвалидностью по зрению, которые уже в силу своего возраста, может быть, в силу своей лени, не хотят осваивать компьютерные технологии, мобильные устройства, которые позволяют, в первую очередь, наверное, молодежи, которая уже довольно-таки очень хорошо их освоила, получать различную информацию из интернет-ресурса. А вот этот аппарат, он настолько прост в своем использовании, настолько эргономичен, который позволяет этим людям легко его осваивать. И он заменяет, в принципе, три устройства. Это телевизор, радио, и немножко компьютер. Такой WebEx можно купить себе самостоятельно в личное пользование. Они есть в продаже. А те устройства, которые поступят на Брещину в рамках проекта, будут доступны в таких учреждениях, как территориальные центры социального обслуживания населения и специальные библиотеки для инвалидов по зрению.